День смеха или юмора, как кому больше нравится называть, отметили в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района Бреста. Мероприятие КВН поколений традиционное, проводится уже в пятый раз и собирает на одной сцене и в зале представителей всех возрастов. Это интересно, это юмор, это подход совсем другой, нежели, допустим, к какому-то другому мероприятию. Здесь весело и интересно, и креативно. Это людей сближает, потому что КВН есть КВН, ему все возрасты покорны. Не первый год с центром сотрудничает Брестский государственный университет имени Пушкина. Именно его студенты в лице команды КВН «Вабанк» и соревновались в остроумии с командой КВН представителей золотого возраста «Ностальгия». Я очень люблю шутить, я очень люблю выступать. И когда мне предложили выступить, наша команда, чтобы выступила против команды бабушек «Ностальгия», я загорелся и решил, должны попробовать. Я хочу узнать, какой был КВН раньше и что мы можем из него тоже вот взять. Ну и, может, покажем, что могут взять у нас. Я всю свою жизнь всегда была на сцене. И просто вот так уйти, я не могла. И вы понимаете, что когда ты где-то участвуешь, куда-то идешь, кому-то приносишь радостные минуты, вот инвалидам, ветеранам, это душевное успокоение. В Ленинском центре социального обслуживания мероприятие носило благотворительный характер. Некоторое время назад фонд ООН в области народонаселения проводил в нашей стране масштабное исследование. Для работы были закуплены планшеты. Сегодня проект завершен, и гаджеты было решено передать учреждениям, где есть программы обучения пожилых людей. Исследование проводилось по методологии программы Европейской экономической комиссии ООН «Поколение и гендер». И впервые в мире это исследование уже проводилось в 24 странах, но впервые у нас в Беларуси это исследование было проведено с помощью планшетов. И вот по завершению было закуплено 150 планшетов для проведения исследования, и по завершению этого исследования было принято решение совместно с Министерством труда и социальной защиты передать эти планшеты территориальным центрам социального обслуживания населения и общественным организациям. Планшеты на Брещине получат несколько организаций. Такие же мероприятия состоялись и в Гродненской области. Кому отдать гаджеты, решали совместно с Министерством труда и социальной защиты. Критерием отбора была эффективность и инновационность деятельности. То, что выбран Брестский регион и Гродненский регион у нас для вручения этих планшетов, потому что вот здесь наиболее действительно активно проводится работа с гражданами пожилого возраста. Вот институт третьего возраста, у них очень сегодня интересно, они рассказывали о своей работе, показывали, поэтому их опыт нужно будет потом транслировать нам дальше. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.